Первое выступление. Первое, помнишь? Первое, вообще, первое. Да, конечно. Я позвал туда сестру свою, это был год, наверное, 2011, в клуб, там все курили, там, то есть я пришел домой, у меня мама там не хотела, грубо говоря, пускать идти выступать, а мы там все, я уже там назвал друзей всех, там два трека исполнили, как бы, так, тоже волнительный момент был, но... Ну, хорошие воспоминания, так, да, все-таки 2011? Ну, конечно, 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 ну, конечно, это вообще, я еще вообще шкет там такой, еще там голову брил, там, короче, ужас, да, но как бы было, и это зарождалось. А концерт первый большой, вот сольный большой? Сольный концерт в Минске, свой. Ну, конечно, в Минске, да. Угу. То есть помнишь, как вообще оно, вот я в том смысле, как это получить то, к чему стремился? Все началось, на самом деле, задолго до концерта, когда у нас за 9 дней, да, скупили все билеты, как бы, и я был в шоке, то есть я вообще не понимал, как это возможно, да, и просто концерт прошел на ура, и мы сразу запустили еще один, второй концерт в Минске сольный, когда еще даже первый не прошел, по-моему. И там тоже за 11 дней или что-то такое, да, 12, то есть, и потом, когда ты выступаешь, как бы, люди реально поверили, то есть, это читалось в их глазах, очень круто было. И это вот он тот самый трепет, да, наверное? Ну да, я еще так двигался немножко, каменно, да. Упал там случайно, там воду разлили, упал там. То есть даже, наверное, процентов 30-35, я помню, вообще всего выступления. Это такая прострация какая-то была, такие эмоции. И мы так далеко и незаметно стали свободными в простых метрах. И мы не ждем, пока кто-то до света. Ведь живем рассветом, рассветом. Спросить хотел, а какая буквально вот кассета или диск у тебя вот были первыми? Ты вообще вот что? Да вообще в детстве на самом деле стоял такой большой ящик, там вообще куча разных кассет для телевизора. Честно, вот я не вспомню, я никогда как-то к этому не присматривался, но стоял у нас такой черный магнитофон, и все время я просыпался под песню там Агутина, то есть папа прям вот любил их там на всю включить, такой, понимаешь, блин, сейчас в сад идти, то есть, ну, такое все. Ну, круто, как бы, музыка всегда была. Музыка всегда была. Да. За инструмент садишься иногда? Редко. Получается только иногда, там, где-то, если пианинка там стоит, вот только так, как бы, за инструменты вообще уже давно. Вот что-что, кстати, да, у меня вот еще руки помнят, вот, буквально что-то там с Баха, там вот все, я прям сажусь, реально по памяти еще как бы помню, хотя играл эту программу там, я не знаю, там, в классе 6-7, наверное. Ну, это здорово, это как на инструменте. Не совсем, конечно, теряется навык, как бы каменные такие более руки, но круто все равно остается. Кстати, про музыкальную школу раз заговорили, вот у нас недавно со студентами был разговор. Это вообще обязательная вещь для того, чтобы заниматься музыкой или нет, в принципе? Нет. Вообще нет. Я как человек без музыкального образования скажу, что точно нет. Главное просто большое желание, а так можно... Как бы оно не навредит, как бы, но даже сейчас, на сегодняшний день, куча примеров своих самородков, которые там просто своими какими-то навыками добиваются там больших высот, поэтому, но это не навредит никому. Тима, кого из видных исполнителей вообще вот мировой музыки, у кого за авторитет? Не знаю, Майкл Джексон очень нравится, круто, там группа Queen та же, там... Если вообще глобально, ну, Эминем очень крутой вообще человек. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина. Про никнейм. Ну, белорусских тема, понятно, да? Теоретически. Угу. Почему некий клон не оставил? Ну, некий клон. Ну, потому что, как бы, я не делаю уже ту музыку, которую делал тогда, как бы.
мысли у меня не те, как бы, и вот все, что было в неком клоне, пускай оно там и как бы остается, и то есть потом я тоже менял никнейм, и тоже как бы то, что было сделано. Что рассматривалось? Когда придумали, был Тимофей Белорусский. Да, так мы еще и выпустили трек один раз, и на самом деле я поначалу такой был в шоке, думаю, еще там песня была такая «Дождь», она там вообще такая попсовая, то есть мы... Они не поймут вообще, я не некий клон, тут был, ребята, рэпчик, тут сейчас Тимофей Белорусских, песня «Дождь». Я такой, ну как бы потом Тима и было все, я такой, Тима прикольно. И пускай капает, капает с неба, иду в мокрый кроссок тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа, дойти к тебе, дойти к тебе. И пускай капает, капает с неба, иду в мокрый кроссок тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа, дойти к тебе.